Всем привет! Вы снова на канале «Свадебный ревизор». Это онлайн-дневник организатора мероприятий. Как я уже говорила ранее в своем инстаграм-аккаунте, сегодня мы с вами обсудим тему фейерверков, бенгальских огней, холодных фонтанов и всего того, что может быть огнеопасным на вашем мероприятии. Также я расскажу вам о том, что мне удалось узнать в беседе с пожарным, сколько должно быть огнетушителей на площадке и каким образом мы можем с вами себя обезопасить от таких неприятных событий и чрезвычайных происшествий. Оставайтесь на этом канале, будьте вместе со мной, и вы узнаете все самое интересное, то, что обязательно вам понадобится в момент подготовки вашего праздника. Меня зовут Валентина Ковердяева, и мы начинаем. Почему же могут произойти пожары и почему стоит задумываться о том, что вы покупаете, где вы покупаете, сертифицированный ли товар вы приобретаете в том или ином магазине или заказываете у того или иного подрядчика. Вся пиротехника, которую вы, возможно, будете использовать на своем мероприятии, должна приобретаться в специализированных местах. Не в каком-то перекрестке с нижней полки, с не пойми какой датой производства, а в магазинах пиротехники. Давайте сразу вспомним, что есть в ассортименте данных магазинов. Это различные салютные установки, это холодные фонтаны, это сценические фонтаны, это бенгальские огни любого размера, это хлопушки, которые тоже могут являться таким неким центром воспламенения, потому что в них также используется порох. И также опасность могут нести различные дымовые шашки, которые часто используют и фотографы, и молодожены на своих фотосессиях. Давайте пойдем по порядку. Все, что я перечислила ранее, может воспламеняться. Я не техник, я не могу сказать конкретно о том, что находится внутри каждого изделия, но знаю точно, что в изготовлении используется порох. Порох — это легко воспламеняющийся материал. Любая хлопушка, любой бенгальский огонь, он имеет высокую степень горения, высокую температуру, и в тот момент, когда вы их используете на своем мероприятии, знайте, нужно это делать в специально обозначенных местах, нужно это делать с соблюдением всех техник безопасности, нужно обязательно это делать под присмотром специально обученных людей и ни в коем случае не давать что-либо поджигать, воспламенять, держать в руках и так далее предметы людям с высокой степенью алкогольного опьянения. На самом деле мы подвергаем и себя, и близких опасности в моменты, когда даже не задумываемся об этом. Часто на мероприятии молодожены говорят: у нас будет салют, или папа нам приготовил подарок. И папа с этой большой коробкой куда-то ночью в леса отправляется, в какие-то поля, на какие-то дороги, поджигает, убегает, и все это, соответственно, приводит в действие. Вы понимаете, насколько это опасно? В первую очередь, конечно, это может коснуться вашего папы, чего нам точно не хотелось бы, о чем мы даже не хотим думать. Далее это может коснуться ваших гостей, потому что не всегда на площадке есть достаточный радиус от эпицентра возгорания, так скажем, вот места, где установлен салют, до места, где стоят гости. Опять же, рядом с этой коробкой, фейерверком, могут стоять другие машины, могут проходить другие люди. Рядом с этим местом может находиться какая-то лесополоса и так далее. В общем, то, что может моментально разгореться. И опять же, когда вы отправляете папу, он весь вечер думает о том, что ему нельзя много пить, ему нужно все это поджечь. Либо же наоборот, папа забывает о том, что ему нельзя много пить, что ему все это нужно поджечь, спокойненько себе отдыхает, и потом уже к вечеру в таком супер фривольном, легком, хорошем таком состоянии отправляется этот фейерверк поджигать. И хорошо, что все хорошо. Бывают случаи другие. У меня конкретно на моих мероприятиях такого не было, но я обязательно покажу кадры сегодня в этом ролике о том, как легко что-то может разгораться и как люди не задумываются о безопасности и не смотрят наперед. Далее поговорим с вами о бенгальских огнях, их все безумно любят, это действительно красиво, это ярко, и если меня смотрят фотографы, я вас прошу, дорогие, конечно, для кадра вам нужно, чтобы гости встали максимально близко друг к другу, подняли огни и так далее, но не забывайте о том, что от этого жирного огня, который горит 3 минуты, отлетают искры. Не холодные искры, а горячие. Таким образом, я уже прожгла себе несколько пиджаков, и особенно на белом было очень хорошо видно, как его прожгли вот эти небольшие искры, потому что я старалась страховать молодоженов, чтобы до них эти бенгальские искры не долетели. Не нужно максимально близко людей соприкасать друг к другу. Нужно их поставить на расстоянии друг от друга. Нужно объяснить еще раз девочкам, что волосы, легкие шифоновые платья, что шубы особенно прекрасно горят.
с этими бенгальскими огнями и другими вещами нужно быть максимально аккуратным. Огонь, пиротехника детям и пьяным людям не игрушка. Поэтому, если вы делаете бенгальские огни, позаботьтесь, пожалуйста, о том, чтобы ваших гостей ведущий или организатор правильно выстроил, чтобы он им помог зажечь эти бенгальские огни, чтобы они там не ходили друг от друга, вот так вот по этому коридору не гуляли и не поджигали, а чтобы они соблюдали дистанцию. Время есть, они горят долго, но лучше, чтобы все было безопасно и без каких-либо последствий. Далее вспоминаем о торте. В торт и рядом с ним, зачастую, ставятся холодные фонтаны. Они бывают разного размера, разной высоты горения и разной продолжительности по горению. И тут тоже нужно помнить о том, что если вы неправильно установите этот фонтан, если он будет не в рюмке с солью, а просто в какой-нибудь маленькой подставке, он в любой момент может упасть. И хорошо, если он упадет просто на торт, его можно будет поднять и как-то зафиксировать. Будет хуже, если он упадет на какую-нибудь легковоспламеняемую скатерть, которой был накрыт столик или тележка, на которой выезжал торт. Опять же, не рекомендую вставлять данные холодные фонтаны непосредственно в сам торт, потому что, опять же, от них отлетают несъедобные ингредиенты и покрывают верхнюю часть торта. Никому не приятно есть порох. Давайте будем честны и откровенны, поэтому грамотно организатор вместе с банкетной службой приготовит фужеры, наполнит их солью, воткнет туда эти холодные фонтаны, и понимая, что сейчас можно поджигать, людей рядом нет, дети руки не суют, все максимально безопасно, он их подожжет, и сразу же после того, как они прогорят, он их уберет. Теперь мы с вами вспоминаем о различных пиротехнических шоу и о холодных фонтанах, которые ставятся в момент бенгальских огней. Это такие плюшки, из которых может извергаться так называемый фонтан из огней, красивых искр, аж на целых 3 более метров. Понятное дело, что там у себя на даче на свой страх и риск мы можем это все поджигать самостоятельно. Да вообще, в принципе, когда мы там группой до 5 человек, мы можем поджигать все, что угодно, вина и ответственность в любом случае будет на нас. Но если у нас гуляет 50 человек, если у нас гуляет 100 человек, давайте все-таки будем помнить о том, что это массовое мероприятие, и мы с вами должны сделать так, чтобы не было вообще даже мысли о том, что что-то может поджечься. Поэтому вот сейчас я хочу показать вам видео, как на одном из проектов от того, как неправильно была установлена пиротехника, загорелась арка. Давайте посмотрим. И здесь я бы хотела начать следующую тему, работу пиротехнических компаний. Как вы понимаете, данные огни были установлены не молодоженами и не их гостями. Были приглашены специалисты, которые таким образом, недалеко от арки, не соблюдая грамотное расстояние, данные фонтаны подожгли, и таким образом очень быстро огонь и пламя переместилось на саму конструкцию арки, и вследствие чего произошло возгорание. Мне кажется, что этого допускать не стоит. И тут я сразу же хочу обратить ваше внимание на то, что с любым подрядчиком стоит заключать договор. Если бы договор у этих молодоженов был заключен с пиротехнической компанией, то, естественно, стоимость возмещение ущерба декораторам, а арка была сожжена, соответственно, выплачивала бы компания пиротехников. А в случае, если договора такого нет, естественно, все вот эти издержки будете покрывать именно вы. Что самое страшное и что самое дурацкое во всей этой истории, то, что у людей, которые приезжают с салютом, у людей, которые приезжают и занимаются пиротехникой, не было с собой огнетушителя. Вот это вообще очень сложно объяснить, это трудно понять, и я считаю, что таким людям нельзя работать. Они точно не соблюдают свои должностные инструкции, они подвергают опасности других людей, и они не грамотные специалисты. Ну как такое можно допустить? Следующее видео, которое я вам хочу показать, видео с площадки, на которой проводилась выездная церемония, к которой были подключены гирлянды, и проводка площадки не выдержала. Таким образом, загорелся провод и сгорела арка. Давайте посмотрим.
Как вы понимаете, даже ретро-гирлянды, даже какие-то лампы и, казалось бы, простые конструкции, которые всегда работали, могут загореться. Здесь у меня вопрос к площадке. Почему у площадки не стоит рядом с местом общественным, где будут находиться люди и так далее, огнетушитель? Я пообщалась специально на эту тему с пожарным, с многолетним опытом работы, и узнала у него, что в данных местах, в общественных, должны использоваться углекислотные огнетушители, и на 800 квадратных метров должно быть минимум 4 огнетушителя. Они должны быть точно расставлены в зонах, где дольше всего прибывают люди и где они чаще всего находятся. Это зона выездной церемонии, это зона входной группы, где могут находиться какие-то деревянные лавочки, конструкции, фуршет, зона курения, урны и прочее. Это однозначно огнетушитель, который стоит в основном зале, а если основной зал большой, то сразу два огнетушителя. Плюс точно должен быть отдельный огнетушитель на кухне, отдельный в хоззоне, то есть этот огнетушитель должен быть моментально введен в действие любым из сотрудников, когда происходит такая ситуация. Вот где был огнетушитель, когда горела арка. Видно на видео, что она горит не одну минуту. Конечно, здесь не целый кусочек из всего вот этого красивого пожара, но наверняка, если бы огнетушитель стоял рядом, его можно было бы включить и арку потушить быстрее, чем нежели вот до момента, пока она не сгорела полностью. И как вы видите, не только те вещи, которые мы с вами собственноручно поджигаем, могут воспламеняться, а также вещи, которые связаны с любой техникой, с любыми электроприборами. Не всегда на площадках хорошая проводка, не всегда делают ремонт и обновляют его через какое-то время. Несколько раз у нас с диджеем были случаи, когда мы работали в помещении, где у нас сгорали удлинители из-за перенапряжения в электросети. На нескольких площадках мы были вынуждены к одной розетке подключить сразу достаточное количество питания, киловатт-звука, еще свет и так далее, потому что это старое историческое здание, потому что им запрещено что-либо там менять. Хотя мне кажется, что все это бред. Если бы они понимали, какую ответственность они несут, если бы они думали о безопасности людей, я думаю, что здесь не то, что можно было бы, здесь нужно было бы поменять эту проводку, потому что прошло достаточное количество времени, и она уже, ну, исчерпала себя, она стала негодной, ее надо было заменить. Поэтому, конечно, все эти отговорки, они до поры до времени прокатывают, до поры до времени они работают, до момента, пока не случается вот такое ЧП, как на предыдущих нескольких кадрах. И вы знаете, конечно, не хочется вспоминать события из ночного клуба «Хромая лошадь», но там действительно умерло очень много людей. Хотя, казалось бы, ну загорелось, ну сразу же можно было выбежать. Вспомните кадры, как быстро вся вот эта солома, а она, кстати, так же, как и солома, камыш, вот эти белые там стебли ржи и так далее, они так быстро воспламеняются, просто моментально. И тут нужно просто понимать, что в различных украшениях зала, в сервировке, скатерти и так далее, также используются легковоспламеняющиеся материалы, которые, возможно, не позволят людям так быстро выйти из помещения, как хочется. Поэтому я, как организатор, всегда приезжаю на площадку, заключаю договор, я смотрю, что с пожарной системой, есть ли огнетушители, на всех ли проставлен срок годности, понимает ли администратор и менеджер площадки, какую ответственность он за это несет. Всегда смотрю за пожарными выходами, чтобы они не были завалены. Всегда понимаю, через что я быстро могу вывести людей. Это важно. Если вы об этом не думаете, то мы, как организаторы, как агентство, обязательно об этом думаем, потому что мы не хотим, чтобы что-то пошло не так. Мы не хотим, чтобы ваш праздник был омрачен. Мы не хотим, чтобы из 50 гостей с праздника вернулось домой меньшее количество. Поэтому на этой негативной ноте я хочу остановиться и перейти к позитивной ноте. Если вы будете все делать правильно, если вы будете прислушиваться к советам опытных людей, которые на практике уже достаточное количество вещей познали, приняли и научились с этим работать, то у вас не будет проблем. Если пиротехника небольшая, и вы готовы сами за нее нести ответственность, бенгальские огни, фейерверк, допустим, салют, и площадка вам его разрешает, то, пожалуйста, самый трезвый человек в самом безопасном месте, на расстоянии 50 метров от людей, что-то взрывает, поджигает, при этом сам моментально убегает.
Если мы говорим о бенгальских огнях, то делаем все-таки это на расстоянии друг от друга. Если мы покупаем фонтаны в торт, то расставляем их грамотно рядом с тортом и смотрим за тем, чтобы они никуда не упали, грамотно их крепим. Все-таки, если же вы хотите фаер-шоу, если вы хотите каскад из пиротехнических каких-то элементов, если вы хотите большой салют, обращайтесь к компаниям с сертификатами соответствия, с разрешением на выполнение такого рода услуг и обязательно подписывайте с ними договоры. Поэтому помните, чем грамотнее вы подойдете к моменту организации вашего праздника и всей подготовки в целом, тем меньше у вас будет проблем в день самого мероприятия. Обращайтесь к профессионалам, выбирайте организатора праздника, рассматривайте сотрудничество со свадебным агентством. Если вам нужна будет моя помощь, вы знаете, где меня найти и по каким контактам, телефонным номерам, сайтам, информацию обо мне и о моих услугах также можно посмотреть. Меня зовут Валентина Ковердяева, это онлайн-дневник организатора мероприятий. В этих выпусках мы говорим только лишь о том, что действительно будет полезно для вас, что вы сможете использовать в нужный момент. И я, конечно же, делюсь с вами теми знаниями, которые я получила за 10 лет практики на различного рода проектах и, конечно же, различного масштаба проектах. Поставьте мне лайк, если видео было полезным, подпишитесь на канал и увидимся с вами в следующем видео. До скорых встреч! Пока-пока!